Всем холо, любители Dead by Daylight. С вами Гриша. Сегодня погадаем за Стива с вот таким интересным билдом. Ух ты, какой быстрый тотемчик. А, друзья, по поводу конкурса, комментик, который победил, сейчас появится на экране. Напиши мне обязательно в ВК. Интересный такой билд, на котором эти ракеты... Ох ты, Даманна, смотрите, пробегает. Даже не подошла чекать тотем. Ну, это вот очень зря. Могла бы проверить, и он был бы не сломан. Но она сделала вид, может, она хотела послушать, если ломают, ведь слышно. Ладно, давайте заводить. Это в подвале, по-моему, трется. Го, попробуем поагрить ее, чтобы побегать. У нас есть септик. В принципе, я против Анны люблю бегать. И довольно неплохо это получается. Даже вроде в сильный хан получается держаться на расстоянии. Ну что? Давайте. Она, похоже, кого-то уже там напрягает. Ох, посмотрите, у нее еще и перк на совместную починку. Главное, чтобы в окно не залетело издалека, потому что бывают такие ребятки, которые непонятно вообще откуда кидают, без пения, без террорити, просто залетает в чешку. Вот здесь это уже близко. Ну, давайте первый гентик дадим. Опа, не дадим. А давайте продолжает чинить, представляете? Не, скидывать не будем, конечно же, просто так. Смотрите, Фэнк тоже вроде неплохо играет. Она не дает ей себя за контроль. Держится на расстоянии. Молодчина. Она теперь идет сюда за нами, да? А решила вернуться. Думает, не поймаю Фэнк. Фэнк норм катает. Найду здесь какого-нибудь нубика, да? Но есть такой момент, чувак. Если 4 игрока играют все нормально, то нубика ты не найдешь. Это факт. Если все четверо норм катают, то бессмысленно искать слабого игрока. Я уже с таким сталкивался, когда играешь за мана, это, конечно, жопа. Ой, как не попало, смотрите. Сквозь меня прям прилетело. Видимо, увернулся все-таки. Не, здесь тупо мимо кидают. Гоу скинем, чтобы не получить хит. Она не стала даже целиться, представляете? Ой, что-то я слишком низко, это ошибка. Что-то слишком низко я приземлился. А уж как это залетело, что это? Так, юзаем, давайте. Блин, из-за моей ошибки, из-за того, что я слишком низко приземлился, видите, получил топор. Типа все эти тайминги секундные, они пипец все равно решают жутко. Вот попробуем дойти, может он не заметит. Опа. Найс. Кину-ка я, пожалуй. Могла бы не ломать, наверное, да? По-моему, ушла куда-то налево. Спрыгнул бы я нормально на лестницу, было бы все по красоте. Мы бы добежали до машины, и она бы даже не успела попасть. Но надо было чуть выше. Ловкое приземление все равно бы сработало. Ну что, байтим ее дальше, байтим. Она нас заметила. Еще генчик дали. Сейчас еще генчик будет. Подождите. Что-то совсем неплохо идут дела. А лачугу мы с вами не завели. Здесь генчик, подождите, а лачугу мы же не завели, да? Еще генчик. Да в смысле, сколько времени прошло? Минуты 3? Серьезно? О бой, вот так вот, ребят. Если вам чинят так быстро гены, вам сломали тотем за первые секунды. Это просто ГГ. Против нормальной типы, со мной рандома. Я не играю в команде, это просто рандома. И они просто вычинили, я не знаю, мне кажется, минуты 3-4 прошло максимум. Они просто садятся и заводят. Вот так вот и выигрываются кат. Ой, не очень хорошая позиция. Плюс опять бежать до той досочки. Не-не-не, Анна, подожди. Переиграли. Блин, надо было скинуть. А вот опять мне залетает сквозь эту херню. Орех не восстановился. Опять залетает сквозь какой-то клочок. Орех, надо восстановить, она за мной идет. Ой, ты куда, Фэнк? Ты куда? Найс катаешь, Фэнк, найс катаешь. О, ребятки, у нее... Пробила через доску, не знаю, напишите в комментах. Пробила ли через доску, или это мой косяк? Я просто думал ее развести на заводку топора опять, и
Уже после этого скинуть. Но она меня ударила. Но, видимо, запады вообще кончились. Я нифига не посчитал их. Но мне кажется, все равно не должен был пройти хит. Напишите, друзья, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Встаем неплохо и снимаем. Что вы думаете по этому поводу? Должна ли она была попасть в меня через доску или нет? Не даст пройти. Не-не-не-не-не. Она за нами пошла, твою же мать. А у меня тут приземление еще. Надо бы повязать. О, бой. Ребят, чья топор просто залетит в нас. О, бой, еще хуже. Она просто взяла и пошла. Она сейчас нам будет перекрывать дорогу. А скинуть по-резкому. Не, она, видите, не дает. Она тупо хочет перекрыть меня. По-моему, назад пошла. Она просто хочет меня перекрыть. Пипец, я вернулся. Опять. Черт, что делать-то? А где? Я не знаю, где выход. Я знаю только, где один вот этот выход. Черт возьми. Люк, люк. Может быть, люк здесь? Может быть, люк? Нет, ребят, нет. Она здесь. Похоже, это ГГ. Как жаль. Друзья, ну катка была годная. Слушайте, мне понравилось побегать. Если вам тоже зашла, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Приходите на стримы, которые проходят каждый день. Всем спасибо огромное за просмотр. Ну, пишите комментики свои, я потому что не понял, что это было. В принципе, Анна была неплоха так-то, ну. В общем, катка в целом годная. О, ничего себе, там такие ранги. Ладно, друзья, всем уэ! За ДБД!